Можно сравнить человека, который внутри у себя что-то имеет в середине своего сердца. Один человек у нас сравнится вот с этим сосудом, который наполнен медом. Вот все, что внутри, все хорошее и сладкое, это то, что находится у тебя внутри. Другой сосуд сравнится тоже с человеком, где здесь вот горький, такой острый соус, который имеет очень плохой такой горький вкус. И когда приходят люди в вашу жизнь и начинают с вами общаться, и в общении недопонимания, какие-то конфликты, эти люди начинают вас шатать, эти люди начинают вас толкать, эти люди вас начинают ставить вверх ногами, и видите, все, что там вот внутри, капает, вытекает. А иногда жизнь бывает так, что тебе не хочется, тебе хочется спокойной, нормальной жизни, но вот это вот твое сердце. И тебя люди, обстоятельства сжимают, тебя давят, давят, давят. И вот оттуда выхлепывается, выливается только то, что в твоем сердце есть. Если есть там мед, как бы тебя ни жали, как бы тебя ни переворачивали, как бы тебя ни крутили, оттуда будет выливаться только мед, только сладкое и хорошее, то, что есть у тебя внутри. Другой вариант. Если есть другой христианин, и в состоянии человека, в сердце другого христианина есть крик, гнев, злоба, то пока мы не трогаем вот этого человечика, пока вы не общаетесь с женой, с мужем, с рабочим, с боссом, с врагом, все нормально. Причесан, красивый, видите, даже не сильно толстый, худенький, стройный, все нормально. Но когда ты начинаешь сжимать этого человека, когда ты начинаешь переворачивать этого человека, когда ты начинаешь его прессовать, когда ты начинаешь его давить, то оттуда по-любому выльется только то, что в сердце. И Библия говорит, что то, что выливается, оно даже пахнет плохо. То, что выливается, Библия говорит, что оно оскверняет, оскверняет, делает тебя оскверненным человеком, в противоположное святости. Вы скажете, меня достали, меня спровоцировали, меня, не знаю, что еще вас, как еще вас обижают, обидели, не предупредили, сколько можно терпеть и так дальше. Но вот этот христианин, сколько его ни провоцируй, не может выйти ничего злого. Потому что там причина не в устах, причина в составе сердца. Вы скажете, ну хорошо, презентация классная, а что если у меня микс? Бывает? Настроение хорошее, но чуть-чуть так медика капнуло. Настроение плохое, но там чуть-чуть другого капнуло. Ну, а если тебя самого всего взять, сгребти и так вот в кучу взять, то что ж там потечет? Получается все равно. Правда в том, что то, что у тебя внутри, то тебя и оскверняет.